Сбился немножко. Так. Инна одна живет. У нее идеальная чистота. И коврики тоже. Джек, да хватит дурь оправдывать. Где-то видано, что половинки с нижним бельем... неправильно прочитал. Да хватит дурь оправдывать. Где это видано, что половики с нижним бельем стирали? Совсем сбрендили, что ли? И вы тоже ку-ку. На пару с Судаковой. Грязь со своей чешуей с ног вы с тем, что на тело надеваете, стираете. Позор! Таким неряхи вы грязнули. Джип, Наталья, не с вашим же бельем и не в вашей машинке. Не надо так переживать. Джип, ну зачем же я буду переживать? Да еще за Судакову, просто посмеялась над ней и такими недалекими, как она. Галина пишет, да, это же не половик, коврик махровый, как полотенце Василек, шлет всем со следами ног, хлопают в ладоши. А где гигиена, что еще можно стирать с трусами и лифчики? Мне кажется, она просто так сказала, для движухи. Леонора, настаиваю, всхлопнуть топтушки. Маринка, мы не в 19 веке. В речи, как и в правилах писания, есть изменения. Лоретта. Ах, неужели в 19 веке имели место быть подобные выражения? Элеонора, Джип, дай бог здоровья, что вы так переживаете. Пусть стирает, как хочет. Чистюля сразу поняли. Ой. Прокомментировали мое видео там. Ну давай, загружайся. Сейчас загрузится, дальше почитаем. Да-да-да. Чистюли сразу поняли. А вот это вот. 31 вот это. Страдала, писала, грустила, бухала. Сейчас я прочитаю вот это вот. Такое полотенчико. Господи. Ой, полотенце прям вот. Смотрите. Прям полотенце. Оксана Полищук пишет. Страдала, писала, грустила, бухала. Бабла на ковер. Ну, никак не хватало. Вот тапки купила. И нафиг ковер. Уже не ведет уже в нем разговор. Трусы прикупила и 3 полотенца. Теперь будет ей... чем потереться. Затем, облачивши свои телеса в комплект бельевой, какова красота! К нам вышла богиня всего интернета, и платье прекрасное сверху надето. Спасибо большое, родная страна. Реклама ведь в Турции очень нужна по скриптам. Тики текст forever.